Опоздал. Кто, я или ты? Мне проститься надо. Где он, блядь? Испарился. Лут. Погодите. Не, выдавливается 10 раз. Возможно, кстати. Да-да, может быть. Ну, типа... Сейчас... О, да, слышно меня? Сейчас я настрою. Сейчас. Такое себе, бля. Алло, сейчас нормально слышно или хуёво по-прежнему? Сейчас вроде должно быть нормально слышно, нет? Как будто бы. Вроде норм. Ну, блядь. Блядь, сиренгалити из реалити. Так, тут я всё залутал. Сидит, посмотрите, чудовище. Как он живет-то? Чел, не позорься. Так, пойдем в обходной путь, посмотрим, что в этом есть. Забыл про огнемет. Я про него не забыл. Ребята, не надо. Одумайтесь! Вам это не надо. Я тот самый турист, который They're All Dead. Ух ты, блядь. Ой! Вижу его. В ящике я не вижу его. Патроны, вижу их. Замена. Не, и так топор. Ну ладно, давай возьмем еще топор. Не, эти пустые ящики, я ваш рот ебал, разрабы.
Здоров. Здоров. Опять пустой ящик, Андоны. Уф! Ребята, это ЮАИМ. Поверьте мне, это тяжело попасть было. Верим? Блять. Куда идти-то? Ага. Так, а тут что? Что-то есть вообще? А, что типа тоже можно было пойти, да? Вы имеете в виду? Так, ничего не пропустил? Ладно, вроде нет. Уф. Поехали. Что, что? Ага, понял. Это я типа на метку вступил. Кто? Блять, вижу их. Значит, патроны есть? Нету патронов. Окей. Стоять! Плюс лежать. Патроны. Вижу их. Как знают Дэна? Дэна, похоже, все знают. Местная легенда канала. Оп, еще патроны. Сюда. Гандон. Элли, помоги. Поже. Помоги, поже. Ну, поже. У нее же пистолет есть. Чего она АФК стоит? А почему Элли АФК? Она что там стояла? Блять, напоролся. По роликам на Ютубе, реально. Это Ютуб звезда и ТикТок звезда. Уснула, реально. Охуёчка торчит. Бля, что? Я стреляю? Я думал, как сцена будет. Давай, давай, делай, делай. Нормально, ладно, выживаем. Я помню, подобный эффект был в третьем Макс Пейне. Хорошая вообще игра. Бля, я не могу режим использовать. Ух, ебать. Что-то хуёво мне, пацаны. Пацаны, мне хуёво, меня давят. Не, то, что, конечно, Элли АФК, это сильно. У меня патроны бесконечные? Сейчас. А, мне сейчас патроны бесконечные? Я понял. Видимо. Ну, сейчас, видимо, патроны бесконечные, потому что мне хуёво, и, блядь, ну... Разрабы решили подарить патронов. Потому что у меня явно в револьвере столько не было патронов. Ебать. Упал. Девочки, вы упали. Да, бесконечные, да. Ай, бля. Я тебе сейчас ебало дам, чел. Чел, кринжуешь. Come on out. You want to do this the hard way? Ну я ее подожду. Хорошо. А теперь я открываюсь. Вот так, бля, работаем нахуй в команде. Какие вопросы? Я идеально сыграл. Только мне кажется, я не дожу, судя по тому, сколько крови я утеряю, блядь. Так меня еще этот, меня еще колбасит, пиздец. Он как будто, ну, перед тем, как на штырь упасть... Ну, какой, что-то какую-то таблетку съел там. Аспирин и так далее. Ну, вы поняли.
Не доживешь, понятно? Да не, я знаю, что я доживу. Ну, потому что его, убивают во второй части, как я видел. Поэтому, как я понимаю, он доживет. Так, то, что игра, даже если игра, типа, про Джоэла, это не значит, что он не доживет. То есть, заспойлерю, да, 10-летнюю игру, то есть Walking Dead, первый сезон. Игра про персонажа, который в конце умирает, так или иначе. Ну, то есть, ну... И, кстати, очень-очень похоже, тоже, типа... Чел находит девочку и начинает за ней, типа, присматривать. Типа... Как бы это ни звучало, но очень похоже тоже. Упал. Физра на улице, поздравим. На! Хорошо. Ну, главное, чтобы не золотой дождь. И не от учителя физкультуры. Не прилетел нормальный. Не, этому повезло, то, что у него какие-то жизненно важные органы не задело этим штырем. Не, ну вообще она виновата. Хули она АФК стала? Да это чел, и там типа было секунд 15, чтобы его ебануть. Судя по тому, как она стреляет, она могла его сразу кокнуть нахуй. А, я иду. Я иду. Хорош, оп, лошадь. Ёбаный конюх, блядь, чуть не спиздил. Про уснула, недооценённая шутка была. Это тебе так кажется. Ребята, мне что-то хуёво. Тоже нас в этот раз спасет. Сейчас кайф поднят. Зима. Прейда. Ладно. Опять РДР показывают. Кайф пустили по трубам. Ну, сейчас посмотрим. Я, кстати, у меня сегодня тоже праки, поэтому, ну, стрим не до конца игры, скорее всего. О, сейчас же и кролика ёбну стрелой. Я этот видел, эту хуйню. Я думал, откуда это, типа, сцена? Это тоже мем есть там, где Искиси смеется над тем, как её кролика убивает. Типа показывают, типа она одна, да, без Джоэла. А, ты что, за нее буду сейчас играть? Понимаю. Игра про Элли, реально. Вижу ее. Тебе снайпну сейчас. Блять, не снайпну. Как опустить тетиву? Есть? Инфа. Ай, хоть никак. Ебать! Ебать, реалистично, пацаны. Я кончил. Где? Ага! Чуечка, по чуечке. На! Ебать.
Вот это, блядь, снайпер. Завидуйте молча. Но по крови, вот это красиво. Реалистично. Почти. Ебать, РДР. Ну, а я чё? Попадание жесткое. А я могу миссию провалить из-за того, что я как еблан, типа, бегу? Интересно. А ну, надо, наверное, сюда, типа. Нас ебать, мне кажется. Показалось. Или не показалось? Блять. Не дохин. Да ебаный в рот. У меня W клавиша подлахивает. Что ж такое? Не получается никак заснайпить. Обстрела. Кстати, стрелы бесконечные, кому интересно. В данный момент. Бля, я сейчас прибегаю, а там нахуй три этих, блять. Ну, осла, блять, или как они там называются, это животное, я забыл. И пиздец меня сейчас, короче, этот. Втроем. Это не было последнее попадание, я тебе уверяю, смотри. Смотри. Бэм! Я предупреждал. И мне кажется, мы по кругу бегаем. Если честно. Ну, разрабы хитры, блядь. По кругу пустить. Три осла тебе пиздят? Звучит как анекдот. Заходит Денчик в бар, а его там три осла пиздят. Бля, как куда оно, блядь? А, ну это, ну не, ну если тут забор, то это точно скрипт. Когда, если я даже две в голову попал, я все равно точно не убил. Ну да, ебать, байт. Байт на гения. Это хижина Кратоса ебаная. Олень байтите. Реально, так олень... Сейчас его тут дружки подбегут. Я вспомнил, кстати, олень реально нет. Это не я его ебанул. Так, ну стрела отсюда. Значит, это, блядь, на крыше или что? Так по нему сзади ебанули. Сейчас в спине будет человек, нет? Hello? We just want to talk. Any sudden moves and I put one right between your eyes. Ditto for buddy boy over there. What do you want? Name's David. This here's my friend James. Я им не доверяю. Кстати, ну два осла реально вышли, блядь. Пиздят. Women and children, all very hungry too. Well, maybe we could, trade you for some of that meat there. What do you need? Weapons. Сейчас сзади по голове ударят, я отвечаю. Do you have any antibiotics? We do. Back at the camp. Welcome to follow us. I'm not following you anywhere. Buddy boy can go get it. He comes back with what I need. The deer is all yours. Anyone else shows up? You put one right between my eyes. That's right.
А я могу, блядь, я могу, вы знаете. Ладно, теперь я им больше доверяю. I'll take that rifle. Of course. Back up. It's probably gonna be a while. You, mind if we take some shelter from the cold? Bring him with us. Глаза добрые. Не, ну глаза добрые, но моделька бота. Страшно. Вырубай. There. You know, you really shouldn't be out here all on your own. I don't like company. I see. What's your name? Не, ну это глаза добрые. Знаешь, у чуваков тут были добрые глаза, у Чикатило. Я отвечаю, это маньяк, блядь. Это серийный убийца. У него там в лагере людей едят, мне кажется. Оп. О, нет. Не, ну лук есть. Sorry. Ну ладно, спасибо за помощь. No, you have your pistol. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Сейчас разъебу их. Готовьтесь, пацаны, я им лап сейчас покажу. Какой маньяк, самый страшный. Патроны, патроны конечные, ох, сука. Это печально. А где их, ну, а где мне их брать потом? Ладно, пусть подбегут, я их разъебу так. Кого? Откуда? Ты чё, ты что смотришь, ты скажи мне? Дебилоид, блядь. Бля, а где этот хуесос? Я думал, он мне типа, я типа окна смотрю, он мне типа прикрывает. А ты что смотришь вообще? Не расскажешь? О, нет. Плохое начало. Да с... помоги, блять. Да как его убить, это зомби, это пиздец какой-то. Слава богу. Патрон зомби упал. Так. Чекпоинт. Надеюсь, это чекпоинт. Ой, блин, да ебаный свет. Дай открыть. Ага, пустая, спасибо. А, да? Все, нет патронов, да? Патроны. Где патроны? А где патроны для винтовки? В смысле? Он сказал патроны для винтовки, а где? Ножом шанс убить маленький, да, я заметил? Но я убил, кстати. Так, ну чекпоинт реально был. Походу, да? Да. А где патроны для винтовки? О чем он говорил?
Давай, 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 давай. Только этот. О, пизда. То есть они дают, когда они заканчиваются исключительно, поэтому... Надо сейчас их отстрелять. Патроны, 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 патроны. Давай, 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 давай. Блять, очень плохо, очень плохо. Очень плохо. Очень плохо, очень плохо. Очень плохо. Ну. С лука похвырить, пока они с окнами. Они ваншотаются с лука? Ну, вообще, конечно, можно попробовать. Ебаные гайды, блять, для казуалов. А, они ваншотаются с лука, окей. Этот, мне кажется, вряд ли. Надо попробовать. Стоит! Я случайно. Вот это плохо. Патроны, 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 патроны. Да быстрее бери, господи, боже мой. Ай, сука. Мне кажется, это чекпоинт. Эта сука была хорошая идея, только стрел теперь нету. Поехали. Здорово, заебал. А ты с кем дерешься вместе? Не знаю, мужик какой. Денчик говорит, что он не педофил. Ну, Денчику доверять дело, конечно. Третье. Зачем я убил его? Он вообще представлял угрозу? Минус патрон, походу. Глаза добрые, реально. Да хи-хи-хи, я на этом выводы и основываю. Сейчас мужик вернется, он охуеет, мне кажется. Который это. Бля, как же она еле бежит, это просто пиздец. Она бежит медленнее, чем этот, чем Джоэл, когда он на штырь напоролся. Педофайл, реально. О, блин. Подожди, он же не видит, да, меня? Понял. Так, ну а теперь меня явно видят, ребята. Ну мне эта хуйня заметила, которая в спине моей стояла, это нечестно. Окей. Так, ну это точно путь. Ну вот какой? И куда? Блять, там была, короче, какая-то тема, типа на Е можно было нажать. Тихо рубить? А, точно. Ебать. Точно. Надо попробовать. Так, ну я знаю его путь, он сейчас сюда пойдет, поэтому надо его зарубить нахуй. Бля, бля, зря я лук потратил. Денчик, если бы не ты, блядь. Сейчас бы были с луком. Сосать. Это у меня, я извиняюсь. Так, ну давайте типа можно доджить.
Бля, плохо. Cover the windows. Да. Не, ну сейчас 40-й раз послушаем ничего. Ничего страшного. Не, а сколько тут трое всего? Может, ну, может по старинке с ними разобраться? Ну ладно, если таки стелс машина, я буду доказывать это. Давай, давай, да, бля, охуенно. Здесь проход все это время был. Вот так, блядь. Так будет с каждым. Ну или не с каждым. Сосать. Ой, бля. О, спасибо. Знаешь такого блогера Диму Масленникова? Не, не знаю. Да, охуенно, а как достать-то ее? Да, я понял, я понял. Ага, так. Надо, типа, выстрелить по ней или что? А, типа, по сосулькам надо выстрелить. А может, лучше так? Ща. Ну, так вряд ли, ладно, получится. Ладно, давай так. Ребята, ну, не пошло что-то. А, да? Да, блять, один раз сосульки, один раз лестницу, сука. Я это сделал до того, как я это прочитал. Я этот еще. Ты в тундре живешь? Ну, почти, блять. Самый популярный блогер в России. Я думал, Николай Соболев. Я только Николая Соболева знаю, но я не смотрю особо. Дружко знаю. Тоже популярный блогер в России. А, да, вот эта хуйня тут ходит, бля, схуяли вообще. Да я вижу и сам. Не получилось! Не получилось! Да, охуенно все. Вилсаком популярнее? Че за вилсаком? Это летсплейщик какой-то? Ну, предлагаю подняться. Я только папича знаю, но он с Венеции. Кто бойсфайт будет, мне кажется, с двумя патронами легендарными. О! Ух! Пошел лут! Лутка пошла, пацаны! Сюда, сюда. Бойс? А, ну, бля. Ну ладно. Мне кажется, я такой же со стороны бой, блядь. Куда? Что такое? Что я сделал? А нахуй я просто скинул бомбу, блядь? Пиздец. Пиздец. Лутка пошла. Ну да, три патрона нашел. Мисси, кому рейди? Шутишь? Только у меня два патрона всего. Надо что ли бомбу скрафтить? А точнее, надо бомбу скрафтить.
Не, это не бомба. Поживи, поживи. Бля. Да... Да ёкарный бабай. Ай, бля. Стой, стой, сука! Блять. Ошибка. Не спеши. Да я и не спешил, собственно говоря. Ладно, буду наготове все-таки. Давай, я готов. Я говорил, что я готов. Так. Так, есть время бомбу скрафтить. Ты там выживай, выживай. Ну, красава. Патриков нету. Так. Неплохой выстрел. А что делать теперь, ребята? Ну, только бомба осталась. Я только так могу сделать. Вот такой префайр, нормально? Блять. Оно живое! Ой, ты, да ты че, ебать резвая, смотри. Гандон. Да, ёкарный бабай. Спасибо. Не пошло. Отступаем. Так. Так, help. Ой-ой-ой. Все. We're doing fine, kid. How many of these things are there? I have no idea. Just keep at it. Подожди, дай похилиться. Ну не подождали, блядь. Этого типа не могу, да нет, я ж в него бомбу кидал уже. Видимо, не могу застрелить. Так. Подожди, это самое начало? Понял. My bad. Да, ну... Ой-ой-ой, вот это ошибка. Тут-тут-тут. Как у него убить? У меня даже ничего нет вообще. У меня вообще прям ничего нет. Ой, что-то появилось. Так, ну я могу кончить, я могу только так помочь. Так, мне кажется, я плохо тебе помог. А, еще может. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, ну этот путь весело, конечно. Ой. А чё, блин? Ой-ой-ой. О, здорово, заебал. Бля. Ай, блядь. Бля. Шухлядку нужно открыть, проверять, что в ней. Да, мне кажется, ты троллишь точно.
Там ничего нет, стопудов. Понял. My bad. Тебя не слышно, да? Сейчас слышно, я просто молчал, я трайхардил. У топляков очень прочная броня. Чтобы пробить ее, применяйте самое мощное оружие, которое у вас есть. А, да? Я что-то тупанул. Let's go!
Сосать плюс лежать. Kid? Yeah. You know, I think we did it. Like we killed all of them? Блядь, я не, вроде клика нормально. Умер. Кто умер? Он умер? И ты мне писал то, что типа я умер, но я-то не умер, блядь. Я лучше. Кстати, патроны, я как понимаю, они сами спавнили в локации. Спасибо большое, очень щедро. С вашей стороны. Они, эти патроны, они явно не падали низко. Лучший клип, но я потом посмотрю. Я чуть занят. Как можешь видеть. Пошла лутка патронов. И пустые ящики. Вот же они. Слева направо. Не знаю, чем... Ну я стримлю, ебаный в рот, в смысле. Дуркуешь? Чё? А, сюда. Ну давай. Да, спасибо. Well, you handled yourself pretty nice back there. I'd say we make a pretty good team. We got lucky. Lucky? No, no. No such thing as luck. Now you see, I believe. Я не стучу по клаве, она просто механическая, она так стучит сама. Может, еще и молик не твой был, а, бля? Гандон. This winter has been especially cruel. A few weeks back, I sent a group of men out nearby town to look for food. Only a few came back. They said that the others had been slaughtered by a crazy man. And get this, he... Crazy man traveling with a little girl. Huh. You see, everything happens for a reason. Don't get upset. It's not your fault. I'm just a kid. Кажется, узнал. No way, David. I'm not gonna let her go. Я говорю, он страшный человек. Now give her the medicine. The others won't be happy about this. Yeah, well, that's not your concern. Бля, или не страшный человек, а он странный человек, вот так я тебе это сказал. А у Дэна есть Twitch? Ну да, он же пишет его. Как-то нету. Он же вон пишет. Что ему хуёво, пацаны. Он обязательно выживет. Ну,
Мне кажется, Денчик трюк не умеет дышать. Кажется, понял. Смешно. Спойлеры, спойлеры. В чате спойлеры, пацаны, не смотрите. Как же ему похуй вообще, он там в небесах летает. Ну, кстати, она его не бросила, хотя могла бросить. Сейчас, секунду, я так... Бля, у меня чат на телефоне врубился, я все врубился. Все нормально. Так это он ее хотел бросить, а есть не по кайфу, ну да. Так, просто в спину. Блять. На! Бля, ебать. Ебать, погоня. Покоем. Убийство, возможно, криминал. Ебать, их тут много. А хули тут так много? Их сколько вообще? Блять, я думал, я его типа затопчу. Надо их дожить, получается. Не, они, конечно, пиздец стрелки. Даже лошади не могут попасть. Конченые. Так, мужики. Бля, я не могу повернуть, я не могу повернуть. Я повернуть не смог, она куда-то заскриптованная дорога. Джолеб хули не взяла, ну типа вернется за ним, типа хочет и... Типа... Как его взять вообще? Ты себе представляешь, ну... Ну, во-первых, труп, а во-вторых, как его, куда его везти, блядь, если тут челы пришли, типа. Наконец-то они в лошадь попали. Сколько ж можно было, блядь, терпеть. Ебать, и по камню, по хребту, ай, бля, хуёво. Не, ну лошадь не вечная, хуй. Дайте. О! Кто они эти? Вверх, вниз. Вообще, наверное, можно на них не стрелять, мне кажется. Ладно, похуй. Не стреляй, дядя. Не надо, дядя! Не надо, дядя! Так. Пустой, пустой. Хорошо. Бля, нельзя было просто убрать высокой сложности, ну, типа, чтобы нельзя было открывать просто эти ящики. Нахуя я это делаю каждый раз, блядь? Ебать, я помню, я так же летел, как она было тело. Да, потом умер. Так же летел, а потом умер. Забыл добавить. Давай, шибани, кого? Они же на подходе, что ли? Бля, эти типы. Подожди, 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 не спеши. Ладно, не спешить. Я знаю, о чем говорю. Вижу их. 4 человека.
Ой. Джеб, иди, плюс какой-то новый. Я обратно. Стелс не вышел, пацаны, я пытался. Это плохо было. Упс. Так, один про дробовика, это не очень. Не, университет это который мы... Когда мы Джоэла спасали, мне кажется, это были, не? Тут, мне кажется, это слишком далеко от там, где ТС ёбнули. Да-да, я гачу, да-да-да, охуенно. Соси, блядь. В университете. Ну, там, короче, типа, был диалог между типами, и они обсуждали то, что, типа, там, Элис с мужиком, да, они убили дохуя их парней, типа, вот. Я так понимаю, это было там, где мы были последний раз, там, где эти цикады, типа, должны были быть. Ну чё, шансы есть? Он уклонился. Сосы. Патронов вообще не осталось, если чё. Ноль. Тупо ноль. Вообще, вообще нет. Это было супер жестко. Как будто я играю в шутер про какого-то гигачана. Не, сидишь за углом, ждешь, пока в тебя камень прилетит, а потом тебя ножом с одной уебут. Насыпали, насыпали знатно. Чья мама? Ладно, извините.
thing is blocking me. Here we go. I got this. Jeez. Hang in there, Joel. О, нет, опять они, бля, сколько их тут вообще? Чехули так много. Я специально. А почему он сам в рукопашку пошел? Урод. What doing? What doing? Не, ну может и в Doom. А ну сейчас, секунду.
О, найс. Начинаются эти ящики ебучие. Сука. Ага, я разобрался. Легчайше. Пустая, да ну нахуй. Как? Кого? I don't want to get trapped in here. Where's the way out? А, так не сюда вообще. Так я здесь, собственно, и был. Тот мужик, получается, заскриптованный, да? Как я понимаю. Так удобно, что они с патроном. Здорово, заебал. Бля, это самый странный чел в игре, я отвечаю. Кто ты, воин? Че за тюрьма? Че, реально он каннибал? А я говорил. Я говорил, что не каннибал. Кто говорил? Я говорил.
Они типа съесть, да, хотят, я понял. Типа потому что, типа, как бы так сказать, откормят и схавают. Поэтому хотят оставить живых. Теперь понятно. You should eat. I know you're hungry. Been out for quite some time. What is it? It's deer. With some human helping on the side? No. No, I promise. It's just the deer meat. You're a fucking animal. Awfully quick to judgment, considering you and your friend killed how many men? They didn't give us a choice. And you think we have a choice? Is that it? You kill to survive, and so do we. We have to take care of our own, by any means necessary. So now what? You gonna chop me up into tiny pieces? I'd rather not. Please tell me your name. You're so full of shit. On the contrary, I've been, been quite honest with you. Now I think it's your turn. It's the only way I'm gonna be able to convince the others. Convince them of what? That you can come around. You have heart. You're loyal. Так я уже это перебила там человек 5 или 10. Oh. Блять. Ну это Биганте, Биганте. You stupid little girl. You are making it very difficult to keep you alive. What am I supposed to tell the others now? Ellie. What? Tell them that Ellie is the little girl that broke your fucking finger. How did you put it? 500 где-то убил. Не, ну это я за Элли говорю. See you in the morning, Ellie. О, подействовали эти антибиотики, типа. Че, он лошадь постепенно будет находить, я понял. В конце игры мы типа этого типа прибьем, да? Так это тот самый режим с бесконечными патронами или че? Ебать, у меня это, у меня снаряг как в метро, блять, я играю. Сука. Эти огнеметы, блять, эти винтовки, дробовики, блять. А я могу просто похилиться вот так, да? Не, мне кажется, это говно. Элли!
Where'd she run off to? Тяжело было. За Джоэла поприятней хуярить кулаками. Куда типа испарились? А, вижу его. Вот это, блядь, снайпер. Вот это игрок. Главное, что есть это. Через час. Здорово, заебал. Бля, это что-то медленный дурачок. Пропадать начал? Да не-не, это я просто на кнопку нажимаю. Если я этот говорю, то нормально сейчас. Сейчас это нормально должно быть. Отдохни, блять. Now, the girl. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Ух, хорошо. He's right here, right here. I'll pop your goddamn knee off. The girl. She's alive. She's David's newest pet. Where? In the town. Now you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. That... Я ж вас и так убью, обоих. He ain't alive. Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right.
I believe him. Wakey, wakey. Come on. Let's go. Stop. I warned you. I'm infected. I'm infected. Really? So are you. Right there. Roll up my sleeve. Look at it. Ха, это умно. What'd you say? Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. Ух, хорошо. Опа, стилет. Дверь зак... Понял, хорошо. I've been saying this for months. Окей, оу. Ладно. Ну это ебаный, блядь, стелс конченый. Плохо в игре сделан. Не моя вина. Не пошло. Ну ладно, я так и не хотел проходить. Не страшно. Блять. Чекпоинт. Thank you.
Ладно, ну откуда там чел взялся? Кто меня вообще увидел? Как? Бред. Эти развороты от противников, боже мой. Я уже поверил. О нет, камон. Да их теперь двое, да вы что шутите? Он что, рофлит этот мужик? Что он делает? Что он делает? Посмотрите. Посмотрите, что он делает. Как такого мужика вообще возможно пройти? Посмотрите, что он делает. Это адекватно бы вошел? А, и он сюда пошел, да? Охуенно, не, это... Это пиздец, ребята. You're gonna pay for that!
Да понятно, что начал бы уходить за угол. Да я просто не знал, что он будет делать. Не, ну вообще понятно. Я просто не знал, что он обернется. Я думал, он типа дальше пойдет, типа вот так. А он типа вот тут просто стал. Не угадаешь, что тело вообще этот будет делать. Не успел пройти за угол. Так, надо еще раз постараться, просто побыстрее. Ее тут нет. Ее тут нет. Здесь очевидно, ее тут нет реально.
equation here. We already have a situation. We're gonna take care of her. Stay focused, find her. Сколько я зарезал, сколько перерезал. Это печально. Три чека, три патрона. Ну, я специально. Ты Метро Исход играл, да, я полностью прошел. Это было неприятно. Кстати, я нажимал F, мне просто не засчитали. Да как же так, блять? Ну, ребята, как он меня увидел вообще? Я чуть-чуть затроллил, ладно. What you got? Nothing. Holy shit, did you see that? Hey, who is that? Where do I go? А, тут еще был проход. Ебать. Сука. Black,
focused. Find her. Check the alley. Дают столько, это страшно. Здорово, заебал. Бля. Infected fights this hard to stay alive. I gotta get those keys. So what is it, Ellie? I gotta admit, you had me back there. For a second, you shook my faith. But only for a second. Aha! Out. Okay, Ellie. I'm sorry about your horse. I truly am. Бля, он быстро ходит довольно. You won't waste any part of it. Мне кажется, мне кирпич отняли, кстати, мне же был кирпич. I really wish you hadn't killed James. He's a good kid. Just doing his job, like all those people you killed.
Just go. А, да? Good kid. It's gonna be all right. Ой. Надеюсь, это было сохранение. You know, you keep surprising me. Enough of this, Ellie. Come on out, we just end this. What do you say? It's a shame you wouldn't come around. But it's too late now. Give up now. Promise me quick. Promise. Почему? А чё должен был делать? Опять бежать? Да ну нахуй, уже добить надо. Набегать не одна. И где он? А где он? Типа пониж... нельзя, блять, ножом ему в сердце въебать или в артерию или в голову, блять, просто в голову въеби ему ножом и все. Надо было сразу в голову хуярить просто, что затупила подруга. Он что-то тут лежит, блядь. Просто из-за угла выбежал, нихуя себе. Не, ну, конечно, анимации дохуя сделали смерти. Спасибо. Жалко людей, которые ни разу этого не увидели, очень жалко. Где ты чертила, блядь? Увижу его. Вижу его, и что дальше? Что я должен делать сейчас? Мои действия. Обойти и пырнуть, блять. Если он так играет.
соси, блядь. Они типа для каждой этой, для каждого его места прятания придумали свою анимацию, типа, РК. Я могу выстрелить в толпу и ни разу не попасть. Ладно, я считаю, на этом чудесном моменте можно закончить. До следующего раза у меня в браке. С позором вынужден закончить. А все анонсы тут. Что-то будет. Скоро что-то будет. О, всем реально. Там если, короче, установишь какое-то разрешение, то ли Better TV, то ли Frank, что-то Face Z, что-то такое, то там смешной смайлик будет. Ладно, давай. Все, всем спасибо.